Всем привет! Сегодня у нас на разборе такой проект, как Apferium. Apferium — это глобальная финансовая блокчейн-инфраструктура, целью которой является решение текущих проблем финтех-компаний путем создания частной распределенной сети реестров, позволяющей частным лицам и корпорациям безопасно хранить, обменивать и торговать цифровыми активами и фиатными валютами по всему миру. Вообще, модульная система Apferium использует частный мультидистанционный блокчейн, мультибезопасный, с мультивалютной динамической биометрической верификацией и мгновенными подтверждениями транзакций с несколькими подписями на платформе Hyperledger. Это позволяет частным лицам и корпорациям хранить свои цифровые активы и выполнять мгновенные транзакции и подтверждения по всему миру со скоростью более 100 тысяч транзакций в секунду в самой уникальной, запатентованной и безопасной экосистеме. Кроме всего, Apferium Labs является глобальной финтех-компанией и членом фондов Linux, Hyperledger, CryptoValley. Также они полностью лицензированы в Европейском Союзе для осуществления обмена фиатных валют на криптовалюты и наоборот, а также лицензированы для предоставления услуг электронного кошелька. Apferium включает в себя экосистему Apferium, то есть это биометрическую верификацию, биометрическое восстановление ключа и мультидестрализацию, мультибезопасность. Apferium Labs дает возможность предприятиям создавать собственные продукты внутри экосистемы. Также предприятия могут использовать для своих нужд высокоскоростные транзакции внутри экосистемы Apferium, мгновенной конвертации и подтверждение сети динамической биометрии, а также мультидестрализованную биржу цифровых валют. Apferium Labs имеет свои собственные частные P2P-узлы и блокчейны, совмещенные с системой смарт-контрактов и вспомогательными технологиями, применяемыми консенсусом. Мультиблокчейн работают в тандеме, используя Hyperledger, Fabric Interplanar File System и сеть Ethereum с уникальной кросс-чейн-транзакциями с помощью нескольких блокчейнов на нескольких платформ. Apferium создает уникальную безопасную среду для мультидестрализованной блокчейн сети. Также одним из элементов B2C платформы Apferium является электронный кошелек, мобильное приложение Apferium, продвинутый инструмент для управления цифровыми активами. Электронный кошелек, мобильное приложение позволяет частным лицам и малым предприятиям обезопасить свои цифровые активы с помощью технологии мультибезопасности. Также с использованием динамической биометрии при управлении своими активами непосредственно из своих децентрализованных кошельков. Apferium Labs предлагает комплексное решение для финтех-компаний, банков, торговых площадок и любого другого бизнеса, основанного на большом количестве транзакций. Наша способность осуществлять более 100 тысяч транзакций в секунду на частном блокчейне делает экосистему Apferium уникальной. Также давайте посмотрим, что у них еще есть. Ну, во-первых, да, это мобильное приложение, которое будет доступно на Apple Store и Google Play. Также у них будет своя дебетовая карта. Можете выводить из любого банкомата. И это будет легально, безопасно и анонимно. То есть везде вы сможете вывести свою криптовалюту. Также обменник, который будет поддерживать до 150 цифровых валют и будет включать в себя внебиржевое дело для крупных сделок. Ну и динамическая биометрия. Это запатентованная технология, которая преобразует биометрические данные, лицо, голос, отпечатки пальцев, сетчатку, распознание и пользовательские ключи, пароли и средства проверки личности. То есть это будет очень безопасно. И вас просто-напросто никто не сможет взломать. Далее, команда проекта. Как мы видим, на сайте у нас нет никакой информации, но имеется ссылочка на LinkedIn. Да, у нас в России запретили LinkedIn, но пользуйтесь VPN и смотрите биографию каждого.
Там можно будет почитать, чем они занимались, чем известны, чего уже достигли и в каких областях они работали. Обязательно переходите и изучайте их биографию. Также партнеры. Как мы видим, здесь есть Coinbase. Это, наверное, говорит о том, что после ICO они очень быстро выйдут на биржу. Также, что еще хотелось бы сказать о данном проекте. Подводя итоги всего, можно сказать, что Ethereum — это новый блокчейн-стандарт, каждый ключевой элемент экосистемы, которого был разработан для решения трех основных проблем современной блокчейн-индустрии. Это скорость конверсии и подтверждение, безопасность цифровых активов и удобство использования цифровых активов. То есть данный проект не только помогает пользователям управлять и использовать свои цифровые активы более интуитивно, но и фундаментально меняет технологию блокчейн, чтобы ее можно было использовать в банковской и финансовой сфере. А сейчас вы уже можете подать свои данные в white list, чтобы в дальнейшем приобрести и инвестировать в проект Ethereum. На этом я завершаю свое видео. В описании к видео я оставлю все ссылочки на данный проект. Обязательно переходите и изучайте проект более детально. Всем спасибо за внимание. Ставьте лайки, подписывайтесь на канал. Всем пока.